Здравствуйте. Вчера вечером плакали всей редакцией. Вы спросите, почему? Да потому. Прислали нам очень странную музыку, если это вообще можно музыкой назвать. Диск с подписью, группы 7Б, Новый гнилой район. Но мы и послушали. Какой же все-таки кошмар. Их вокалистка это как вообще? Я не знаю, где они взяли эту девочку, но она же петь совершенно не умеет. Тут даже речь не идет о том, плохой вокал или хороший. Там в принципе вокальных данных нет. Такое чувство, будто она приход словила и выйти из него никак не может. Жуть. У человека дефект голосового аппарата. С таким тембром не на сцену, а к доктору нужно. Причем срочно. Самое смешное то, что инструментал у них еще не самый плохой. Да, это заезженные альтернативные ходы. Довольно примитивные как по интервалам, так и по структуре. Но музыканты их хотя бы сносно играют. Сам материал пресный, но игра в принципе приемлемая. Но почему нельзя было найти нормальную вокалистку? Эту девочку с ее пением, от которого кровь из ушей, нужно срочно уволить. Возьмите кого-нибудь другого, кого угодно. Да хоть церковных певчих, хоть того же Кинчева, будь он неладен. Но с этой вокалисткой у вас будущего нет. Да лучше бы уже инструментал играли без голоса, все одно лучше. Группа 7Б – это огромное разочарование. Никаким гнилым районом это и не пахнет. У ГР хороший тембр, который приятно слушать. Да и гитары поинтереснее будут. Тексты, кстати, тоже. Не удивлюсь, если эти тексты для 7Б их же вокалистка и пишет. Чувствуется этот графоманский слог, эти метафоры ради метафор. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, в кавычках. До завтра.